Нам дано на свете жить, и скажите мне на милость, как же так не может быть, чтобы жизнь остановилась, чтобы исчезла без следа, улетучилась, пропала в тот момент, когда в груди сердце биться перестало, чтобы сей великий дар был таким коротким, малым, чтоб всего, чем ты дышал, в одночасье вдруг не стало. Жизнь нельзя остановить, смерть лишь таинство рождения, в жизни вечной, неземной, взлет души или падение, лишь всесильная любовь и спасительная вера нам защита и покров от всех бед на свете белом. Мы вперед по жизненной дорожке катим воз прожитых лет в тот далекий мир, где встретит нас неугасимый свет. Тот небесный мир, где светит всем неугасимый свет. И пусть очень нелегко нам порой любить и верить, нужно настежь отворить для любви у сердца двери. Пусть вливается в него неземным потоком властным Божий храм души живой, озаряя светом ясным, выметая все внутри начисто от грешной пыли, чтоб за все эти грехи нас потом не осудили. И пускай живет в душе звон ручья и птичий щебет, запах полевых цветов, радуга на синем небе, и всесильная любовь, и спасительная вера, и надежда, что нас ждет свет иной за светом белым. Мы вперед по жизненной дорожке катим воз прожитых лет в тот далекий мир, где встретит нас неугасимый свет. Тот небесный мир, где светит всем неугасимый свет. Как красив нам Богом данный, всем привычный белый свет, но душе милей желанный тот неугасимый свет. Тот неугасимый свет. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Виктор Воробьев. Здравствуйте. Город Липецк. Послушал эту песню, Виктор. Вопросы появились. Вот что побудило вас написать эту песню? Расскажите. Ну, это личное понимание немножко, наверное. Вот как я смотрю на проблему смерти, жизни, вот как к этому относиться. Вообще, одно время это была моя вообще самая любимая песня. Я ее всегда исполняю. Да я сейчас ее всегда исполняю. Вот на одном из концертов, когда перед этой песней, мне пришли в голову вот такие вот слова. Когда читаешь Священное Писание, вот, часто делаешь для себя открытие. Хотя уже много раз одно и то же читаешь, но делаешь открытие, какие-то вот такие откровения, которые заставляют в душе вот зажечься какому-то огоньку. И вот я вот эти вот откровения сравниваю со свечкой. Вот когда приходишь в храм, ставишь свечку, зажигаешь, и в храме становится чуть-чуть светлее и чуть-чуть теплее. Хотя эта свечка, она совершенна. Вот так же вот такое любое откровение, это как свечка, поставленная в душе. И чуть-чуть стало светлее на душе, и чуть-чуть теплее. И вот с каждым разом становится все светлее, теплее, светлее, теплее. И вот
возникает все время почему-то один и тот вопрос. Вот неугасимый свет. Это вот какой свет, какое тепло и какая любовь. Представить это невозможно. Вот о песне «Неугасимый свет». Ну, вы этим интересовались. И были какие-то личные ощущения, да, кроме размышлений-то? Ну да, конечно. Наверное, конечно. Жизнь-то не просто так... Не гладили вас по голове в жизни? Я лично все тоже через скорби, через реанимацию, через вот это все шел ко Христу. Мне Господь вот так он смирял меня, так подправлял, на дорогу наставлял. Потому что мы-то сами творим собственную волю в основном. И вот нам нужна скорбь или... Вот. И когда Господь тебя касается, и ты чувствуешь, что существует этот неугасимый свет, белый свет, да, неугасимый свет, душа, тело, черное-белое, небо, земля. И вот когда человек уже вкусил этого неугасимого света, и он, становится даже трудно жить на этой земле, как будто, потому что уже не очень интересны даже многие вещи, которые здесь происходят. У меня был такой момент, это я хорошо его просто помню, это 2003 год. В общем-то, я считаю это год, когда я стал человеком действительно верующим, воцерковленным. И вот был момент, я сейчас не помню, чем это вызвано, но я стоял перед иконой Спасителя и с ним просто разговаривал. Вот. Разговаривал не две, не три, а где-то минут 20, наверное. Я, конечно, времени засекал. Вот у меня было такое состояние, я задавал вопросы. Вот. Почему так, а почему не эдак? Почему вот что-то, а что-то вот не получается? Там вот это все. Это был очень серьезный разговор. Вот. И что интересно, вот сейчас уже оглядываясь назад, вот из того, что я говорил, мне или дан был за это время ответ, или то исполнилось, что я просил у Господа. То есть вот если так, ну ты дай мне. Или если вот это, вот я уже вот в таком плане разговор был. Это не было какой-то вот исповедь, что вот, а это именно был разговор. Разговор с реальным живым человеком. Вот. И вот понимаете, вот это, вот я сейчас понимаю, что такое молитва правильно. То есть когда у тебя кроме вот этого образа, который перед тобой, больше ничего нет. И вот ты с ним говоришь, почему вот святые, они молились как-то, может, даже своими словами или как, а вот все, вот нет никого, и ты разговариваешь, и Господь тебя слышит. И вот в то время он меня услышал. Вот это как отправная дата. Потом были еще моменты интересные в жизни. Потом были написаны песни другие. Ну, пора, пришла песню спеть. Песня спеть, да. Я просто сейчас вспоминаю, одна из записей, самая короткая, наверное, запись в блокноте у меня, это «Самый короткий путь ко спасению – не осуждение». Вот песня называется «Дай мне, Боже». Угу. На эту тему написано. На всех без исключения лежит грех осуждения. Как трудно без сомнения его нам избежать. Лишь где случится что-то или потревожит кто-то, ах, он такой, да раз такой, спешим быстрей сказать. Но осуждать негоже, во многом промысл Божий. Язык сильней, чем острый меч, способен поразить. Немного быть построже к себе, ведь каждый может. Попробуйте сказать слова в тот миг и не грешить. Дай мне, Боже, не сотворить того же. Не ведает, что делает сей бедный человек. Пусть поможет ему твой ангел Божий, хранителю небесный, убережет от бед. Пусть поможет ему твой ангел Божий, хранителю небесный, убережет от бед. Не похищайте люди,
Вы власти Сына Божия, не осуждайте ближнего, не верено то нам. Ведь этот осуждающий вас чем-то огорчающий пред Богом Вседержителем за все ответит сам. Вы не смущайтесь попусту поступками греховными, от грубых слов у вас пусть не кружится голова, в душе волну смущения уймет не осуждение. И в тот момент, чтоб не грешить, скажите вы слова: дай мне, Боже, не сотворить того же, не ведает, что делает сей бедный человек. Пусть поможет ему твой ангел Божий, хранителю небесный, убережет от бед. Дай мне, Боже, не сотворить того же, не ведает, что делает сей добрый человек. Пусть поможет ему твой ангел Божий, хранителю небесный, убережет от бед. Пусть поможет ему твой ангел Божий, хранителю небесный, убережет от бед. Спаси, Господи. Да, я думаю, что через песни, может, до кого-то дойдет. Ну, конечно, да. Кому-то не доходит, говоришь. Вот. А может, будет напевать песенку и в это время забудет кого-то судить. Ну, вот после выступления, вот с этой песни, ко мне подошла одна женщина и говорит: перепишите мне, пожалуйста, припевчик вот этот вот, «Дай мне, Боже». Угу. С удовольствием. Значит, действует искусство. Ну, она сейчас вот что-то пишет. Ну, вы вообще уже поняли, что это ваша стезя, да? Ну да, стараюсь, конечно. Теперь уже не рефлексируете. Может, раньше и стеснялись, наверное? Нет, нет, почему? Вот как же, как вы хочется, да, как вы то, вырвались? Что в душе хочется показывать, то хочется, ага, это петь. А как вот вы вырвались из этого прошлого и сразу православные песни? Ну, вот люди может встречаются. Быть, люди... Да, хорошие люди встречаются на месте. Вот, например, когда мы записывали, я в прошлой передаче говорил на программе «Свет мира», вот песню про венчание, вот я встретился там с очень прекрасным человеком, священником нашим, отцом, протоиереем, отцом Олегом Безруких, который пригласил меня вот на курсы в наш педуниверситет, mm-hmm, за что ему очень благодарен. Вот я отучился 3 года на курсах. Вера, традиция, культура. Mm-hmm. Вот. Очень много мне эти... Вот самое главное для своего... Ну, ликвидация безграмотности, ликбез, как раньше называли. Mm-hmm. Наверное, вот так вот, потому что это действительно так. Вот. В возрасте, когда это понимаешь, когда начинаешь все это... Все, весь мир, он переворачивается перед тобой, другой стороной. Ты понимаешь, что то, что ты, к чему ты вроде считал... целью своей жизни, оно не то, что не цель, оно, от него надо удаляться, от него надо убегать. Вот, и, конечно, очень много эти дали курсы, я очень благодарен за встречу. И вот после этого, конечно, тоже по-другому смотришь на мир, уже приходят другие мысли. Встречаюсь с теми людьми, которыми вот у нас тоже барды, я их хорошо очень знаю. Вот. И что интересно, вот, получается, что когда начинаешь с человеком разговаривать на эту тему, обычно на эту тему уходят, как на нее не говорят, то у каждого практически автора-исполнителя есть песни, касающиеся этой темы. Mm-hmm. У каждого. Кто-то, может, не хочет показывать. Или ангелы-хранители, или про Бога, или про душу, или про что-то. Но обязательно вот то, что у человека есть. Вот, но... Ну, у нас народ богатый. Ну, много, конечно, очень людей творческих пишут, пишут. Да. Вот я все время приглашаю на фестивали, чтобы они ездили, выступали. Я знаю, у нас ездят люди. Вот. Ну, ближайший, вот, как я уже говорил, Ковчег. Сюда тоже приезжали на песни со своими. Выступали, получали хорошие места. Но, слава Богу, если вот у нас это пойдет дальше, то...
А ковчег — это Сергей Гребенников? Да, да, Сергей Гребенников. Вот я когда с первым был, потом получилось так, как я уже говорил, я там получил гран-при, и потом каждый год приезжал как гость. И вот что интересно, да, все время с новой песней мне очень хотелось вот опять mm-hmm. приехать туда на ковчег и опять исполнить новую песню. И практически все вот эти новые песни, они там испытывались, там вот, проходили свою закалку, там показывались. Да, ну, слава Богу, наверное, вы благодарите Бога, что он вам открыл вот это все. Ну, конечно, вот. Конечно, это, без этого это просто невозможно. Это и отдушина, это и откровение, и исповедание, это и миссионерство. И... Очень много дают тоже вот поездки для меня лично, не знаю, может, кому-то вот по таким по святым местам. Я был в Оптиной пустыне, притом был просто с поездкой, как с группой. Вот. Mm-hmm. Пробежались, потом был в селе Клыково, тоже прекрасное место. Вот. А потом, приехав домой, и вот осознав все это, я просто развернулся и поехал через какое-то время сам туда. Потому что ничего я не смог с группой там увидеть, это как экскурсия такая mm-hmm. туристическая. Вот. Там, ну, одно из чудес, наверное, со мной тоже случилось. Я не знаю по сих пор, как это объяснить, но вот когда я зашел в церквушечку, где у нас вот упокойные, убиенные иноки. Иноки, да. Да, Василий Ферапонтер Трофим. Вот. И я был один там. И вот я зашел, поставил свечки, вот, хотел приложиться. И вот я понимаю это ощущение, что рядом со мной кто-то есть. То есть вот я не знаю, как это описать. То есть я четко понимаю, что я здесь не один. Я смотрю, нет, но я один, все, никаких этих. Вот я читаю вслух молитву. Все прочитал, никого нет. Я четко ощущаю, что это есть. Вот с таким ощущением вот, я ушел оттуда. Потом через какое-то время мы опять там собрались уехать. Я с радостью поехал. Я также подождал, пока все выйдут, зашел в часовню. Такого ощущения у меня не было. То есть я понимаю, что вот это не просто у меня напридумано или что-нибудь, а вот реально. Но мне потом сказали, что они действительно во многом помогают, они слышат. Вот, прекрасная схемонахинь в Клыкове, матушка Сепхора, которая помогает. Вот после этого родилась песня, тоже написанная. Вот она в сопровождении флейты, в сопровождении, может быть, и скрипочки мы тоже исполняли. Вот. Вы сейчас, что, сейчас исполните? Ты, ну, сейчас вряд ли, наверное, можно, потому что так один инструмент, да, в программе я. Вот, а так она написана тоже на диске. Вот после этого записались диски. Ну, пришло вот, время. Да, вы да, хотели, да, что-то добавить. Оптинский, да, ну да. Вот оптинский старец, да, отец Амвросий. Вот угу. песня, которая, ну, всем, наверное, известная. Слова «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Вот на эту песню написаны слова «Заветы», ой, на эти слова написаны песня «Заветы батюшки Амвросия». Угу. Я ее с удовольствием сейчас исполню. А вы так почитаете, да, старца Амвросия? Ну, конечно, конечно. Постоянно. Жития его читали, да? Ну, да. И помощь его ощущали, да, на своей жизни? Да, 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 да. Я когда был в Оптино, я потом забрал вот книжечку, все там с высказываниями, с письмами. Ой, очень проникновенно там столько. Он живым языком очень многие вещи вот из писем объясняет. Передать это нельзя, а понимаешь все. Вот это очень, очень важно. Старчество, Оптино, это все вот у них как-то вместе... Жить по заповедям Божьим очень сложно, говорят, но без веры и любви на белом свете сущий ад. Как же быть и как нам жить, чтобы избежать возможных бед? Нам святой отец Амвросий дал свой искренний совет, свой простой совет. Надо жить, не тужить, каждым мигом дорожить, никого не осуждать, никому не досаждать, во всем хранить терпение и всем мое почтение. Каждый день нам очень дорог,
дням не бесконечен счет, и летят они, как птицы, день за днем, за годом год. И поэтому так важен каждый миг и каждый час. Жизнь не призрачная, завтра наша жизнь здесь и сейчас. Наша жизнь сейчас. Так будем жить, не тужить, каждым мигом дорожить. Никого не осуждать, никому не досаждать. Во всем хранить терпение и всем мое почтение. Есть надумные, разумные, над ними мудрецы, а над мудрыми – премудрые, ученые отцы. Но над ними всеми есть друзья, иная высота, совершенная и чистая, святая простота. Святая простота. Все просто, если жить, не тужить, каждым мигом дорожить, никого не осуждать, никому не досаждать, во всем хранить терпение и всем мое почтение. Любви, добра, терпения вам всем и мое почтение. Вам всем мое почтение. Спасибо, Господи. Ну, я тоже вот недавно ездил в Оптину пустынь. Взял весь приход, мы наняли автобус. Было очень тяжело, все люди сомневались, что доедут. У кого-то ноги болят, потому что нужно там, не знаю, сколько часов, очень много часов провести, 16 часов, что ли, в автобусе. Но с Божьей помощью добрались, и такой там получили заряд благодати. Наверное, все-таки паломничество, оно должно с трудностями, ну, сопрягаться, иначе вот так вот комфортабельно. Оно не бывает без трудностей, да. Все время какие-то. Да. Вот там всякие искушения, скорая помощь была, и люди по-всякому пробивались, ну, пробились. Приехали с такой благодатью, и сейчас мы собираемся скоро в Шамардино, туда, к старцу Серафиму Саровскому, в Дивеево. В Дивеево. Да. Вот тоже поедем со всем приходом. И вот то, что вы сказали, что вот эти святые места так действуют сильно на человека. Не просто же они так возникли. Да? Да нет, конечно. Вот сама Оптина, когда только в нее уезжаешь, и ты понимаешь, что вот после нее ты уже совсем уезжаешь другим человеком оттуда. И что это не просто так туда попал. Вот там ничего просто так как бы не происходит. Все, что там внутри происходит, происходит не просто так. Это да. Удивительно, удивительно. Впечатление осталось, конечно, чувство такое, оно и по сих пор вот живет. Что какое-то вот живое, да, чувство? Да, 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 да. И вот оно дает толчок тоже что-то писать, что-то делать. Вот. Размышлять, самое главное размышлять. А когда человек размышляет, он начинает это выражать в своем творчестве. Да. Художник рисует, певец поет. Слава Богу, что мы православные. Я вот не устаю благодарить Бога, что я родился в России. Вот что я православный, и Господь еще вот священство дал. Я вижу очень много людей, я люблю очень свой приход, я вижу много талантов, которые Господь одаряет людей. Конечно, нам не особо дает тут развиваться, но мы все равно существуем, несмотря ни на что. Потому что средства массовой информации, вот слава Богу, есть телеканал «Союз», хоть какое-то такое вот окошечко отдушина. Да. Многие смотрят и нашу передачу, благодарят. Бабушки ковыляют на костылях, на каких-то колясках к телевизору, чтобы посмотреть передачу. И хочется им пожелать здоровья, добра, вот спасения души.
Вы тоже, наверное, многим благодарны, да, в своей жизни? Вот, за... Ну, конечно. Во-первых, очень много не знал, когда я не был верующим человеком. Потом, вот, когда я начал интересоваться своей семьей, вообще открылись такие факты. Вот, оказывается, мой прадед был священником. Я это никак не знал. Вот. Я начал искать, поднимать архивы, там, звонить с людьми, созваниваться, где он служил, что. И вот через какое-то время, значит, у меня был тверской батюшка на фестивале. Вот, я с ним переговорил. С Твери. Он говорит, я обязательно узнаю. Вот. Он ничего не узнал конкретно про прадеда, но он мне позвонил, дал телефон священника. Вот это отец Сергий Масальцев, который служит в селе Кисьма Вестигонского района. И вот там служил мой прадед. Да. Прапрадед, не так вот говорю. Вот. И мы с ним созвонились. У него, оказывается, были там неопределенные документы. Вот потом мы с женой туда приехали. И вот я обнял алтарь, который был сзади, подошел, поцеловал, вот, где этот прадед мой служил. Mm. Это, конечно, такие вещи. Вот до такого возраста дойти я не знал. Все это было закрыто, потому что в свое время... Сами понимаете, эти гонения все было. Вот сейчас очень много уже знаю. Вот видите, да. Не так все просто. Ну, к сожалению, вот передача наша подошла к концу. Я очень рад был с вами познакомиться. Вот. Теперь знаю, что в Липецке есть такой человек, Виктор Воробьев, который поет свои мелодические прекрасные песни. Вот. Надеюсь, что мы еще Спасибо, Господи, да. Очень приятно выступать здесь. Да, вот приглашаю вас в кафе «Пастораль» тоже поучаствовать в моих вечерах. Там у нас музыкальная гостиная. На улице Матросова, 20, по четвергам. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» закончена. С вами был я, священник Анатолий Першин, и Виктор Воробьев. До свидания. Автор-исполнитель, да, из города Липецк. Божья всем помощь.